и в имени говорит о неполноте и чуждости. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Для людей с этим именем характерна постоянная деятельность, любознательность. Они очень смелые и непредсказуемые. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.